Начальник УВД по городу Сочи Василий Умнов и члены общественного совета при УВД посетили на дому подполковника милиции в отставке, ныне заместителя председателя Совета ветеранов ГИБДД Николая Романова. Более четверти века Николай Федорович отдал службе в сочинской милиции, участвовал в раскрытии множества уголовных дел. Окончил службу в должности заместителя командира спецбатальона ДПС Сочи. Заслуги Романова неоднократно были отмечены наградами и благодарностями по линии МВД. Полицейские поздравили ветерана с профессиональным праздником и вручили памятные подарки. В свою очередь ветеран поделился с гостями воспоминаниями о службе.